Здравствуйте, друзья, с вами Anam Solution. Сегодня я хотел бы поговорить о проблеме, связанной с Mi Band 3. Значит, в чем заключается данная проблема? Теряется очень часто связь устройства Mi Band 3 с каким-либо телефоном. В нашем случае этот телефон будет iPhone 8 Plus. Значит, что нужно сделать для того, чтобы не потерять никакие данные, но восстановить связь, скажем, с нашим устройством от Mi Band 3. Сначала мы должны зайти в программу Mi Fit, которая у нас уже скачана по умолчанию. Заходим в наше устройство, спускаемся в самый конец, нажимаем здесь «Отсоединить», «Разорвать соединение», «Ампер». Ждем, подтверждаем. Заметьте, данную процедуру нужно выполнять с включенным интернетом. Так как он у нас выключен, процедура не пошла. Значит, включаем Wi-Fi. Вот он у нас подключился. Значит, теперь нажимаем «Разъединить». Подтверждаем еще раз. Ждем. Значит, происходит. В данный момент можем наблюдать, что здесь соединение не разорвано, так как Bluetooth на этом устройстве еще его до сих пор видит. Заходить в Bluetooth и разрывать соединение там не обязательно. Далее делаем, откладываем телефон, то есть манипуляции здесь достаточно. Берем также наш Mi Band. У всех настройки разные, поэтому заходим в еще, More, пролистываем до, значит, Reset, нажимаем, удерживаем. Не очень удобно это делать во время разговора. Значит, нажимаем, удерживаем. Еще раз подтверждаем. И значит, происходит ресет. Ждем окончания данной процедуры. Не бойтесь, в момент включения все бывает на китайском, так как у меня версия китайская. Значит, вот он включился, как вы можете заметить. Теперь уже опять нам нужен телефон. Значит, здесь, как видите, нажимаем «Подключить». Значит, так как здесь нету никаких устройств, нажимаем «Добавить устройство». Выбираем Mi Band, так как у нас устройство Mi Band. Соглашаемся. Подставляем его близко. Во время данной процедуры желательно, чтобы телефон был на английском языке, потому что если у вас будет русский или какой-либо другой язык, то вам будет очень сложно работать, и иероглифы, которые появятся, вы их просто прочитать не сможете. Значит, я сам ошибся. Нажимать надо на значок наверху, не на кнопку. Вот у нас здесь происходит подключение. Значит, включаем уведомление. Подключаем еще раз. Разрешаем. Можете поставить на паузу, кому интересно, и посмотреть, какие именно разрешения у вас просят. Здесь объясняется, каким образом использовать Mi Band. Значит, нам это не нужно. Возвращаемся. И вот, собственно говоря, вот наш Mi Band. Можете использовать. После данной процедуры никакая информация, собственно говоря, не исчезает. То есть меню, какое у меня состояние было, я поставил так, чтобы сверху у меня были уведомления, а снизу, чтобы время было, секундомер в нашем случае. И, собственно говоря, эти настройки вернулись так, как были. Потому что мы, когда сделали здесь выход, все наши настройки сохранили здесь. То есть, воспользовавшись данным методом, вы можете форматировать свое устройство Mi Band. Также вы не потеряете никакую информацию и, собственно говоря, решите проблему с потерей связи Mi Band с вашим устройством. В моем случае это был iPhone 8 Plus, повторяю, и частые разрывы связи были. На сегодня это все. Если вам понравилось фото с моего телефона, именно с экрана, я его вложу в описание. Если есть какие-либо вопросы, какие-либо сложности, можете писать. Постараюсь на них ответить либо в комментариях, либо в виде видео ответов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На сегодня это все. Ни пуха, ни пера. Друзья, подписка и лайк для развития канала приветствуются.